Концепция цикличности времени применима и к вейпингу. Идея в том, что нет ничего нового, просто все старое сменяет друг друга с определенной периодичностью. Раньше все парили на 15 ваттах на микрокойлах, тратили в день по 5 мл жидкости и не знали себе горя, как и облаков. В 2016 году сквозь туманную завесу клауд-чейсинга на рынок врывается и Leaf Iker и доказывает, что парить на сигаретной затяжке все так же круто. Главная проблема в любом начинании – сформировать привычку. В наше время гигантских паровых облаков и свободных затяжек многим курильщикам сложно перейти на пар. И Leaf подошли к этому вопросу серьезно и выпустили две версии Iker – обычную и мини. И различия не только в размерах. Обычная Iker представляет из себя ультракомпактный бокс-мод с крышкой-дриптипом и встроенной батареей емкостью 650 мАч. Девайс скрывается абсолютно в любой ладони. Стелс-вейпинг в прямом смысле. Никаких кнопок, дисплея или сложных наворотов у Iker нет. Снизу микро-USB для зарядки. Сбоку стекло для проверки уровня жидкости и отверстие для забора воздуха. Интересные решения начинаются под капотом, а точнее под крышкой-дриптипом. Сняв ее, мы замечаем две детали. Первая — резиновая заклепка и надпись «Не трогать». Это датчик, который начинает нагревать спираль, когда вы затягиваетесь. Работает без проблем, но при грубом обращении может начать оживать, когда не надо. Поэтому трогать его действительно не стоит. Вторая деталь — верхняя часть шахты, которую нужно выкручивать при заправке и смене испарителя. Специальный слот на нижней стороне крышки существенно облегчает этот процесс. В самом верху шахты есть кольцо регулировки затяжки. Не самое удобное решение, поэтому рекомендуем определиться с ней однажды и больше не пачкать свои пальцы в жидкости. Влезает в Iker 1,8 мл. Заливать выше метки на стекле не советуем. Iker Mini внешне отличается от старшего брата минимально. Он примерно на четверть уже и тоньше, вмещает уже 1,1 мл жидкости, а емкость батареи составляет всего-то 320 мАч. Но самый сок заключается в двух контактах около порта микро-USB. Они позволяют заряжать мини в док-станции, которая в свою очередь обладает уже внушительной емкостью в 2200 мАч. Заряжается ровно так же, по микро-USB. Обе версии Iker побывали на тесте почти у всех членов нашей редакции. И мы можем смело сделать несколько простых выводов. Первое — это как бабушкин телефон с минимальным количеством кнопок для тех, кто не хочет разбираться. Iker освоит абсолютно любой человек, у которого есть хоть капелька желания бросить курить. Второе — берите мини-версию. При интенсивном использовании обычный Iker придется питать от пауэрбанка, а мини удобнейшим образом ставится в миниатюрную станцию в вашем кармане без каких-либо проводов и позволяет проработать девайсу больше одного дня. Третье. Не думайте, что вы курите сигарету. При парении держите Iker в руках, а не в зубах. Стекло до жути легко бьется, а заменить его нельзя, поэтому будьте аккуратны. И, наконец, последнее. Вам придется помучиться с жидкостью. Из-за популярности мощных девайсов даже в Москве очень трудно найти достойные миксы с высоким содержанием никотина. А оптимальный вариант для Iker — 12-18 мг на миллилитр. Если кто-то из ваших близких или друзей все еще курит, то попробуйте подарить им Iker. Даже в самых дорогих точках вы не сможете потратить на весь комплект с жидкостью более 3000 рублей. И Leaf смогли таки найти адекватную замену игошкам. И сделали ее грамотно и современно, пускай и не без минусов. Мы благодарим Vardex за предоставленное устройство. Подробный обзор, как и всегда, вы можете прочитать на нашем сайте. А чтобы не пропускать свежие ролики, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и затаривайтесь ядерной жидкостью.